Здравствуйте, товарищи. Мы снова на вытеке в реку Обь. По сравнению с прошлым разом, что изменилось? Видите, снова образовалась стрелка из чистой воды и обской. И самое главное, что закончился подъем уровня воды в Оби. Похолодало сегодня, обещаю, всего лишь 25, а не 45. Я снова настроен на окуня. Давайте приступать к рыбалке. Сейчас активности окуня. Котлов я не вижу, ни одного. Посмотрим, что будет с клевом. Начинаем. Забыл сказать про комаров. Их также много, но активность уменьшилась. Все-таки, видимо, температура ночная. Сейчас сколько у нас? Без 15,6. Ночная температура, наверное, была пониже. И они немножко притихли. Но, тем не менее, я вынужден опять одеть сетку на лицо. Сейчас вам не видно. Но она уже на мне. Иначе они просто не дают жить. И так первый заброс. Не было поклевки. Прекрасно. Значит, по традиции рыбаки не хотят, чтобы на первом забросе клевало. Якобы это не очень хорошая примета. Вот поэтому порадуемся. А вот у нас уже на втором забросе поклевка. Нападение. Сейчас посмотрим, какой размер у окуня, что за стайка у нас тут держится. На мой взгляд, неплохой окунишка. Ну вот, начинает кормиться окунь, пока не очень активно. Единичные выходы. Вот, под берегом поклевки. Сошел. Я бы сказал, что рыба сконцентрирована пока прям по стрелке, по так называемой, по границе чистой и мутной воды. Ну, здесь поклевки почти на каждом обороте. После каждой ступеньки. Вот сейчас снова поимка. Окунь совсем не крупный. Из снастей у меня сегодня тот же хальцион от 1,5 грамм до 10, катушка Кога 25-10, и вместо ламигласа я взял с собой Смита до 3 грамм, это форелевый спиннинг. На него можно будет просто порыбачить ради того, чтобы почувствовать сопротивление более приятное мелкого окуня при вываживании.
спасется или нет. Или ему помогать придется. Спасся, молодец. Снова не крупный окунь. Таким дарим жизнь. Рельеф я в этой проточке знаю немножко. Знаю почему. Потому что я здесь бывал глубокой осенью, уже в октябре. Вот сейчас можете посмотреть. Здесь получается коса, примерно до середины песчаная, и, следовательно, я думаю, что не особо здесь все изменилось сейчас. Где-то в середине получается бровка. Бархан такой песчаный. Вот примерно там же и поклевки часто происходят. Хвостик разбойники оторвали уже. Сейчас получается бэби рокфиш превратился в пассивную приманку. Давайте посмотрим, будет ли он работать. Даже попробуем без анимации, также ступенькой. Поклевки продолжаются. Ну вот, собственно, и даже без лопасти он интересует. Рыбу. Вот очередной окунь. На пассивную приманку. Воблер от Асакура 4DR-SP. У него лопасть довольно-таки большая. Помню, ловил я им на водохранилище. Заглубляется так прилично. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас поводок достану. Ну, вот хотя бы такой как раз воблерный поводочек. У этого воблера очень неплохая собственная игра. Поэтому сейчас будем пробовать равномерной проводкой. Прекрасно. Прекрасно полетел. Кто-то там на него выходил. Интересно. Вот так вот. Ну, что тут сказать. Будем считать, что это была не поклевка.
совсем мелкий окунь стал поклевывать. Это немного огорчает. Остается только ждать. Кто-то так активно вцепился и потом так же неожиданно сошел. Ну вот и первая щука в этом году. Карандаш, как их называют. Я бы сказал, что окунь не очень активен. Но это придает дополнительный интерес рыбалке. Придется думать, что делать дальше, чтобы рыба клевала. Поэтому во всем, даже в бесклеве или в слабом клеве, будем находить что-то приятное. Размер рыбы не увеличился от того, что я ближе к Аби вышел. Все-таки кого-то мы смогли выловить. Вот это место интересно тем, что мы видим как раз стрелку. Вот видите, какая цвет лобской воды и проточная вода. Так, что сказать. Камеру я надолго выключал. Почему? Потому что клев вообще затихал. И Бэби Рокфиш, это палочка-выручалочка, даже не выручал, потому что я и так, и сяк пробовал, и приманки поперебирал. Все это снимать не стал. Думаю, не сильно интересно. Стрелка осталась. Сейчас какая-то непонятная активность пошла. То ли я просто место нашел, где сконцентрировался окунь. Ну, почти на каждом забросе какие-то поклевки. Размер, если сравнивать с предыдущим выездом, еще мельче рыбы, едового ничего поймать не могу. Там штучек 5, наверное, выбрал покрупнее. На куконе сидят. И все на этом.
Вот снова поклевка. Ну вот если рыбка была активна, вот в ту жару, весь вот этот пятачок бурлил просто. Ну, поклевки есть. Что интересно, уже, наверное, штук 5 щучек, карандашей выловил. Поклевки неуверенные. Рыба почти не засекается. Ну, сколько? 3 хвоста уже оторваны. Это говорит о том, что даже такой мелкий окунишка прищипывает приманку. Жадно ее не хватает. А, ну вот. Только что проговорил. Вот, смотрите. Вот очередной хвост. Отъеденный. Ну, ладно. Разнообразить эту рыбалку мне особо нечем. Уходить в протоку я не хочу. Хочется быть ближе к Оби. Кто-то прям, по-моему, покрупней подсел. Вот таких я готов половить. Это уже более-менее приятный размер, но, к сожалению, один. Ну ладно. Посмотрим, может еще раз клюется. Нашел очередной пятачок, где вроде бы как поклевывает. Посмотрим. Забрасывать неудобно. Кто там поклевывает? Пока непонятно. Ну, одного окунька такого, наверное, самого крупного за сегодня я оттуда вытащил. И поклевки продолжаются. Что-то миленькое. Ну ладно. Ну ладно. И на этом спасибо. Кого-то раздразнил. Красота. Thank you.
Плыли. Вот такие даже экземпляры. А посмотрите, как жадно схватил. Там, скорее всего, конкуренция там большая в стае. Поэтому клюют они жадно. Вот размер. Ну и вот, собственно, рыбалка состоит вот из ловли в основном такого окунька. Ну, кто здесь? Отзовись. Не хочет. Рыбалка закончилась. Ожидалось, конечно, мне большего. Я думал, что тут у меня лишней секунды не будет. Оказалось, все гораздо прозаичней. Тем не менее, поклевок была масса, куча. Размеры рыбы обещали желать лучшего. А так, рыбалка удалась. Вам спасибо за внимание. Всего доброго.